Привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Мирослава, я очень рада, что вы заглянули ко мне. И в сегодняшнем видео у нас с вами будет весьма интересная тема. 5 стильных образов на лето до 10 тысяч рублей из мультибрендового магазина toptop.ru. Давайте я немножечко познакомлю вас с этим магазином, хотя я больше чем уверена, если вы меня смотрите на протяжении долгого времени, то вы знаете, насколько сильно я люблю этот магазин и как часто я вам показываю те или иные позиции, которые я приобретала с этого онлайн-магазина. Ну, для начала, что я отметила и что мне больше всего нравится, это, конечно же, то, что у них есть стилисты. Согласитесь, не каждый человек может подобрать подходящую там, себе, предположим, ну, своему цветотипу вещи, сделать это все красиво, чтобы вещь подчеркивала ваше достоинство, скрывала, если такие имеются, недостатки. Ко всему прочему, чтобы образ был полным, стилисты могут подобрать вам обувь, могут подобрать аксессуары, и это здорово. Я отметила для себя, это быстрая доставка. Я всегда об этом говорю, потому что, ну, согласитесь, это такой приятный бонус. Ну и также, что мне очень понравилось, это то, что на сайте идет постоянно обновление ассортимента, и все вещи, которые у них появляются, они все невероятно модные, все в тренде. Так, для первого своего образа я выбрала вот такой вот укороченный топ и юбку-карандаш в горох от эксклюзивного бренда HIIT. Совсем забыла сказать, что в мультибрендовом магазине есть 3 собственных бренда. Это топ-20 студио, HIIT, представлена одежда, обувь, сумки и Лера Нена, бренд обуви и сумок. Костюм в винтажном стиле, 100% хлопка с юбкой-карандашом и кроп-топом в темно-синем цвете. У него на спинке есть эластичная вставка для безупречной посадки. Для женственного образа в деловом стиле вы можете надеть костюм с жакетом и классическими лодочками, а на городскую прогулку дополните его легкими кедами и солнечными очками. На ногах лаконичные босоножки белого цвета с каблуком, многогранником и широким ремешком. Смотрится очень красиво и получился такой образ девушки пинап. Мне что очень нравится, что топ и юбку можно носить как две совершенно самостоятельные вещи, отдельно друг от друга. То есть топ, например, можно легко сочетать с джинсами, шортами, с юбками, которые есть в вашем гардеробе и так далее. Что я точно могу сказать, это то, что если вы приобретете этот вот комплект, то 100%, это вот даже не оговаривается, вы будете приковывать к себе внимание. Следующий образ, который я подобрала для вас, это вот такая вот замечательная розового цвета плиссированная юбочка, длины миди и вот такой вот белый топ. Очень красиво все между собой смотрится. Если говорить о плиссированной юбке, то это не только must-have этого сезона, это вообще must-have любого базового гардероба. Поэтому если вы как раз-таки находитесь в поиске базового гардероба, то обращайте ваше внимание на плиссированную юбку длины миди и точно не проиграете. Почему я решила выбрать юбочку в розовом цвете? Потому что, мне кажется, она очень подходит моему цвету волос. И, кстати, да, напишите, я поменяла свой цвет волос, нравится вам или нет. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. Ну и вообще, я считаю, что это универсальный цвет, который подойдет всем девушкам. Плиссированная юбка миди в нежно-розовом оттенке с эластичным поясом, который гарантирует удобную посадку на любую фигуру. Мне очень нравится универсальная длина, которая подойдет девушкам любого роста и будет красиво подчеркивать щиколотки. Я сочетаю юбку с белым топом и туфлями-лодочками на устойчивой шпильке. Бежевый цвет, заостренный нос, эта пара станет базовой в вашем гардеробе. Ну и, конечно же, винтажная сумочка бренда HIIT от Леры Лены. Ну и, как вы видите, в сумке есть длинный ремешок, поэтому ее можно носить разными способами. Обязательно смотрите всю информацию в инфобоксе. Там будет промокод на бесплатную доставку и скидку 15% до 15 июля. И сейчас на сайте toptop.ru проходит сейл 30%. Следующее платье, как вы видите, опять это мой любимый горох. Боже мой, я просто ничего с собой не могу поделать, я правда считаю, что лучше этого принта нет вообще ничего. Ну, наверное, по мне это заметно, особенно сегодня. Очень люблю такие вот простые вещи, потому что мне нравится с ними играться. Например, если рассмотреть вот это вот платье,
то по большому счету здесь нет ничего такого примечательного. Ну, платье, ну, у нас есть вот, такое, вот такая вот завязочка на талии, все утянули и пошли. Ну, как бы все очень просто и мне кажется, даже скучновато. Но если к этому платью надеть очки, которые, например, сейчас в моде, я очень люблю эту форму кетай, такую вот очень красиво, мне кажется, смотрится, интересные какие-то мюли, лоферы, либо же, предположим, если это свидание и вечер, и вы хотите более такой романтический образ, то вы можете надеть лодочки, сумочку, удлиненные серьги, и тогда образ будет настолько красивым. Казалось бы, самая основная вещь, она у нас простая, но вот эти вот все детали, которыми мы дополняем этот образ, они как раз таки и делают все, то есть создают всю эту композицию вокруг вот этой вот основной вещи. Очень универсальное платье, которое станет основой для повседневных и праздничных образов. Я люблю эту вещь за легкость и воздушность. Приталенный крой и рукав, летучая мышь создают женственный силуэт, а линия декольте подчеркнута V-образным вырезом. Дополняет это белое платьице ультрамодный принт в горошек, на ножках практичные мюли, на миниатюрном каблуке рюмки вполне могут стать одной из базовых пар в вашем гардеробе, благодаря универсальному цвету и простой в уходе экозамши. Следующее платье, которое я сейчас держу в руках, голубого цвета, на запах, в мелкий такой белый горошек. Оно идет one size, то есть одного размера. Сразу могу сказать, что это самый что ни на есть универсальный цвет этого сезона, который подойдет подо все. Под любую обувь, под любые аксессуары. То есть вы тут точно не прогадаете. Можете надеть малиновые лодочки, фиолетовую сумку, и будет здорово смотреться. Либо же можете просто выбрать что-то такое классическое, универсальное. Как раз таки тот цвет, который подходит подо все. Пастельный оттенок, полупрозрачный шифон и принт-горошек, что может быть лучше? Три хита этого сезона, которые покорили мировые подиумы. Получился, как по мне, так ультрамодный образ без сложных сочетаний, а благодаря универсальному фасону, запахам, платье безупречно подчеркивает фигуру. Я составила образ с белыми лодочками, и можно также его дополнить длинным кардиганом. Кстати, у меня есть из магазина Топ-Топ удлиненный кардиган, который я брала в Португалию. Если вы не смотрели влоги, обязательно посмотрите, там я все хорошенько показывала. Также напишите, какой из образов вам понравился больше всего. Сейчас, конечно, еще пятый покажу, но если говорить обо мне, то мой самый любимый — это второй образ, розовая юбка длины миди, белый топ, лодочки бежевые, ну и, конечно же, сумочка от Леры Лены. Следующее платье, которое я хочу показать, в винтажном стиле, желтого цвета, с объемными такими рукавами и с идеальной посадкой на фигуре. Вот, можете увидеть. Очень красиво, единственное, оно немножечко помялось.
Этот сезон ознаменован триумфальным возвращением моды 80-х, поэтому платье с кроем в духе этого десятилетия – бесспорный must-have лета. Рельефный лиф, рукава-фонарики, расклешенный низ в составе 100% терелин – это не мнущийся, но дышащий материал. Ну и, конечно же, красные акцентные туфли с ремешком на щиколотке, которые способны преобразить любой образ. И сразу хочу отметить, что модель от бренда HIIT почти не ощущается на ноге. Онлайн-магазин toptop.ru запустил свой YouTube-канал о моде, где в каждом выпуске разыгрываются призы. Чтобы выиграть любую вещь из этого видео, которое вы видели, необходимо перейти на канал Hello Trend, обязательно подписаться и оставить комментарий под видео со мной. Ссылочка будет находиться в инфобоксе. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я буду с вами прощаться. Очень для вас старалась. Надеюсь, что вам видео понравилось. Обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. И обещаю, что мы с вами увидимся очень скоро.